Привет! Привет! Вы на канале? Весна! И сегодня мы все еще в Дубае. Да. Позавтракали очень вкусно. Да. И вышли прогуляться вокруг отеля немножко. И вот и Катя. А вот и Катя. А ты смотри, ты говорил, пальмы детки. А тут смотри, реальные детки. Самые маленькие крошечные пальмы. Да. Видишь, какие малыши еще? Совсем. Да, тот уже подросток такой, а это вообще еще детки-детки такие. По три листочка только. Одна мама и много деток, да. Ну, пошли. Так, хочу в тот аквапарк, но он закрыт. К сожалению, да. Тут возле нас есть аквапарк, и, кстати, его посещение включено в стоимость. То есть он был бы для нас бесплатный, но он не работает он сейчас. Он самый большой, кстати, в Дубае. Закрыт на ремонт. Вон там где-то он. Вот горки отсюда видно. Смотри, какой кран на гусеницах. Кран на гусеницах, да, это у нас... На платформе. И на платформе, да, это у нас возле отеля меняют какое-то берегоукрепление из таких вот штуки сделано. Старые все забирают поломанные и беленькие новые чистенькие ставят. А делают это вот кран гусеничный. Стоит на платформе, на барже, как бы на корабле, и меняет все вот эти штуки. Круто. Он даже дядька, как водолаз, стоит в форме и работает. А на барже даже прорабские есть офисы. Это серебристо-белая, это Rolls-Royce двухдверный, прикинь. Крутейший. Вообще крутой-крутой. Это, наверное, такси. Не, такси таких не бывает. Крутой, да, Макс? Rolls-Royce двухдверный. Это вообще прикольная тачка. Тебе нравится такая? Ну что, едем где-то? Едем, да, едем в новый Дубай. Едем изучать Дубай дальше. За игрушками, да. Хотя зачем нам игрушки, я не знаю. Ну, Макс просит, поедем. Да, Макс трешпеков вчера ж купил. Говорит, что ему мало два, надо еще. На колесах. Трэш Вилл, точно. Ну что, едем, кошки? Да. Сейчас, если повезет, и мы найдем этот iFly, то Макс даже полетает. Макс, будешь летать? Да. Как он самолетик? Он сам будет летать без самолета, в трубе в такой как летающий. Как птица. Как птичка, да. Мы уже подъезжаем. Снаружи какое-то оно такое маленькое, но это мы на каком-то там втором или третьем этаже в паркинге. Там еще есть подъем выше. Там какое-то летающее что-то, летающий самолет и летающая корова. Это прикол вообще, скажи, Макс. Ого, целый автобус какой-то. И что тут? А тут фроузены всякие. А такое мы видели в этом, в Sky Dubai, в Ski Dubai. Ух ты, это что? Горка целая? Вот это прикол в детском магазине. Так, а что мы ищем вообще, Макс? Я хотел... Что-что? Я хотел трэшбэк. Который на колесах? Да. Трэш Вилс называется, да? Ага, можно поиграть на пианино. Ой, а тут тоже, смотри. Макс. Прикол. О, а это что за чудики? Хамлис, смотри, какие чудики. Интересно, это игрушка. Смотри, Макс. Смотри. Привет, Максим. Я кто там? Тукан. А ты кто? Кто у тебя там? Руку вниз внутрь надо засунуть. А ну. Привет, Макс. Как ты там? Смотри, какой халк на машине. Он не раздавил этот джип вообще? Смотри. Да. А, он как-то едет и руки поднимает. Смотри. Да. Он крутит руками и едет, наверное. Он как-то заводится там. Он, наверное, на батарейках, точно. Он крутит руками и сам толкает себя, едет. Он
Что это? Какие-то мне бульдозеры? Это нравится. Нравится? А что это? Ну это же не это. Ты же этот искал. Как его? Что ты искал вообще? Трэш Биллс? Да. Ну, так это же не Трэш Биллс. Скейты? Да, скейта у нас еще нету. Он привязан. Ого, какой джип. Здоровенный. А у нас в парке, по-моему, такой катается. И Маквин, да. Но мне кажется, ты из него уже вырос. Я как надо искать. Тачки. О, у него даже там поршни крутятся, шевелятся. Ходят туда-сюда. А смотри, тачка Марио есть. Вот Марио на гоночной машине. Да. Дракон на машине. Крутой. Он как черепаха. Он как черепаха. Да. А тут кто? А это дракончик точно, да? Крокодильчик какой-то, да. Дракончик. Ау. Это я не хотел. Hot Wheels здоровенный, да, такой грузовик. Клевый. А тут что, целая коллекция, 10 машин. Еще Hot Wheels всякие разные. Тут Супер тоже есть машинка Марио. Супер Марио такой. Да, я тоже. Так, тут что-то Макс не туда пошел. Это для девочек тут все. Да! Что, нашел? Томас? Привет. А, Томас с Томасами, да? У нас в отеле приезжает Томас с конфетами, а тут Томас с Томасами. Что-то даже нажимается, да? Смотри, какая каска есть. Смотри, шлем. Крутой. Будешь в нем ходить? Отдаешь? Супер поезд, здоровый такой тоже. Большой. Короче, мы сами не смогли найти эти Трэш Виллс. Сейчас спросили у сотрудницы, сейчас она нам покажет, где они. А то Максу так понравились эти Трэш Виллсы на колесах, что он не успокоится, пока не купит еще. Ого, thank you very much. И что тут есть Трэш Виллсы? Есть клевые эти, что тебе нравятся? Деньги! А ну показывай, что тут есть. Тут какие-то козяблики. А, и торт. Тут что? Тачка зеленая, еще с чем-то. А, это нога вообще. Это вообще нога какая-то. Ну? И Маквин, этот мы увидели там, да? А ну показывай. Не, это розовый какой-то, это даже не Маквин, это еще одна нога. Еще одна нога и глаз. Это мама покупала. Ага, ну что, все, больше ничего нету тут? Тогда я выбираю. Что ты выбираешь? Вот этот, да? Да. Это какой-то крокозяблик и торт. Короче, у Макса будет торт на колесах и какая-то ракушка крокозяблик. Да, прикольно. Лучше я захотел. А, вот этот, да, выбираешь все-таки? Да. Значит, что это? Это какой-то розовый глаз и розовая яркая нога. Это вообще, Макс, это страшное. Вот это страшное, реально, то, что ты выбрал. Хочу. Сейчас. Ну, хорошо, берем. Ой, открыл. Ну, надо сначала заплатить деньги, а потом будем открывать. А тут что? Это трэшпековский какой-то бульдозер. Да. Да. А это трэшпековский мусоровоз и еще один трэшпековский мусоровоз. Бомба, да? А что вот я еще заметил? Трэшпековское ведро здоровенное. И трэшпековский контейнер мусорный. Не маленькие вот такие контейнера, а здоровенный контейнер трэшпэк. Ой, что-то валится все. И тут сколько их штук? Непонятно. Собери 60 штук, а сколько внутри? Два эксклюзивных. Что, только два в ведре целом? Обалдеть. Тут что? Тут супермены всякие. Смотри, что суперменовское. Костюмы, оборудование всякое, герои. Это какой-то, не знаю, стрелялка что ли. Ау. Я хочу еще какие-то машины трэшпековские. Что там ты заметил?
Это какие-то... Что-то из вот этого. А, это называется... Это называется Ugly's Pet Shop. То есть, если настоящий pet shop это такие милые животные, а эти ugly, уродливые. Вот, у него там один глаз больше, один меньше. Этот что? Ну, вроде нормальный. Не сильно они и ugly. Ну, такие, чуть-чуть безобразные, да. У этого тоже что-то с глазом. А у этого что? У него зеленый рот. А, понятно. То есть, все какие-то они немножко ugly. Это уже трешпек пошел? Да. Бульдозер какой-то трешпековский. А вот и супер папочка. Try me. Что он может? А ну, попробуй. А он что, не нажимается? Что-то он там говорит. Стреляет. Здесь есть мистер какой-то. А что это? Чилини. Какой-то личинка какая-то, да? Чилини. А, он мягкий, он как мячик. А, это из мультика. Это из вот этого мультика, это с Cartoon Network, правильно? Да, да, вот точно, Cartoon Network. Adventure Time. Тоже оттуда же. А смотри, тут там были птицы, а тут какие-то чудики такие, Muppet Show. Смотри, какой у меня. Ра-ра-ра-ра. Привет, вы на канале Мистер Макс. О, а у тебя что за чудище, страшилище синее? А, привет, привет. Хм. А давай Макса поцелуем. Давай, так вот, нежно, так вот. Пчела! И пчела даже желтая. Тут реально разноцветные, они такие прикольные, эти чудики. Вот это мне нравится. Ням-ням-ням-ням. Ого! У тебя длины руки, наверное, не хватит, чтобы быть этой уткой. Это вообще прикол, Приколович. О, достал? Но рука, шея какая-то короткая у него. Это надо маму попросить, чтобы нас поснимала. Сейчас мы где-то найдем. Что тут? Какая-то строительная техника тут, да? Какой-то реально динамик, что-то не знаю. Что-то крутится. Вроде что-то должно ездить еще. Но ничего-то не ездит, да? Куда залез? Что ты там прыгаешь? Это какие-то цветы. Ой, и пчелы там летают сверху тоже. Круто? Что это у тебя? Наклейка? Обалдеть, она так светится, как бриллиант. Татушка? Класс, супер. Что это, Макс? Ну поставь один хотя бы. Это рюкзаки, как монстры эти. Это как Салливан, а этот как я не знаю кто. Крутой. Классный. А смотри, какие есть чемоданчики. Это Звездные войны, тачки. Монстры, принцессы. Это не знаю, какой-то Дас Мол. Вау. Обалдеть. Вот мы нашли маму. Кто я, птица? Как меня зовут? Страус, да? А теперь убирайте за собой. А теперь собираем. Видишь, собачка из мультика? Этот как он? Снупи Дог. А это что? Это корова какая-то, да? А вот собачка прикольная. Вот он такой смешной. У него даже музыкальные какие-то уши. Try me. Он что-то умеет. Снупи Уилс. Снупи Уилс какой-то стрит дог называется. Он прикольный, с колесами. У него глазки дрожат. Да. Смотри. А это не простые яйца, а это же из мультфильма. Это же из Поезд динозавров. Тайни, Шайни и Дон. И также Птеранодон, да? Да. А это кто? А это их мама? А, это Тайни. Это она, это Тайни. Прикольная такая. Тайни. И это тоже Тайни? Да. В стране, где нет снега, Макс, прикинь, есть сноуболс. Да. Ватные снежки. Да. Зомби какие-то, ужас. Это какие-то страшилки? Зомбики? Да. Это какое-то что-то... А, это 3D-клей. Короче, это лепка, Макс. Джелли-баф мы нашли. У нас реально такого в магазине не продают. Тут и крэк какой-то баф. Джелли-баф. Это какие-то бомбочки взрывающиеся, прикинь. Есть даже джелли-сноу. Но это, опять же, для страны, в которой нет снега никогда. Реально искусственный снег делать в ванной. Джелли-баф и слайм-плей. Короче, целая куча, целый ассортимент всяких этих слайм-бафов. А смотри, вот какие микрорайдеры. Мотоциклы такие всякие модные. Микрорайдеры называются.
Это что? Человек железный? А это, я не знаю, какой-то из другого мультика, Wonder Woman. Сайборг. Капитан Америка? Шарик Капитан Америки. Это брелочек такой, прикинь, Avengers. Да. Смотри, какие сюрпризики есть, Зельфс. У нас такие были, только это в грибочке. А тут какие-то сморфы, что это за сморфы? Какой-то клоун непонятный, а что за сморфы? The Smurf Sticker Collection, коллекция наклеек. Макс, смотри, какие рыбы. Макс, вот. Что, тебя узнали? А, русскоговорящий мальчик. Да, и что, сказал привет, Макс? Да. Прикольно. Да, там рыба, а тут какой-то осьминог плавает или кальмар. О, нас мальчик узнал вот это, да? А тут что, рыбка плавает крутая? Прикольно, это какая-то робофиш. Это называется Lil's Fishing. Тут разные осьминоги, и рыбы, и русалки даже могут плавать. Прикольно. И надо побольше ванну, наверное. А, вот эта штука плавала. Вот эта штука там плавала в ванной. Да. И вот такие рыбки. Смотри, как этот Халк умеет. Чего? Наехал на тебя. Он как бешеный какой-то. Или переворачивается что-то. Халк, ты что, бешеный? Наехал на коляску, Халк. Догоняет, ты смотри. Это прикол. Интересно, да, это сразу с трубочкой тебе? Прикольно. Всегда с трубочкой, но держи. Мы с пустыми руками из магазина игрушек не выходим, да? Только с пакетами полными, здоровенными. Ну что, как дальше? У нас задача номер один – это распаковать Trash Wheels. А мы купили такую корову летающую. Корову летающую? Мы купили летающую корову. Катя говорит, мы поместим в комнате и будем смотреть, как она летает. Ну, прикол. Ну что, ты счастлив? Да, да, да. Еще два Trash Wheels у тебя есть? Да. Но они монстры, реальные монстры эти Trash Wheels. Класс. Классные? Завлекаловка в магазин, танцы. Едет, едет. И к дракону в рот. Да, прикол. Это мы уже зашли в новый магазин. Пошли еще что-то посмотрим. Смотри, целый супернерв для Терминатора. Там столько аксессуаров не может быть. Это стенд-нерв такой, да, в магазине. Что тут пишут? Больше тысячи комбинаций. То есть можно пушку комбинировать с разными-разными всякими приколами. Куча разных патронов, куча разных, не знаю, магазинов, стрелялок и бабахал. А тут здоровенный стенд Hot Wheels, обалденный. Клевый, да, Макс? Что тут получается? Горка такая четырехсторонняя, Hot Wheels есть. Такой трек прикольный. Это какой-то монстр. И еще какой-то трек. Этот самый простой. Зато смотрите, какой стенд из машин. Куча машин, да. А горка хотите, вообще бомба. Обратите внимание, мы подходим к тому iFly, а тут уже третий магазин Store с игрушками. Вон там уже видно, мальчик летает на втором этаже. Класс. Сейчас там же и Макс будет летать. Они вдвоем там летают. Смотрите, сейчас опустится. Ю-ху! Класс! Ты идешь в iFly Dubai? Ну, полетели! Макс, смотри, тут какие интересные игрушки. Я не видел. Видел? А я вот только заметила. Какая-то розовая такая кукла. И вот дяденьки. Как супермены. Ну что, супермены, идем регистрироваться? Да, и будем летать? Я не буду летать. Ты не будешь летать? Макс будет летать, да? Побежал куда-то. Тут специальные кофты и специальные шлемы. Шлемы? Это ты так будешь летать, да? В специальном костюме?
You speak English? Скажи, a little bit. Thank you. Ты спрашиваешь, ты говоришь по-английски? Максим. Максим. Nice name. And you? Катя. Катя. Короче, перед тем, как запускать Макса в космос, надо пройти инструктаж. Давай, садись. Окей, мы должны посмотреть видео. Welcome to iFly. You're about to embark on a one-of-a-kind indoor skydiving experience. Безопасность. Очень важная штука. Макс говорила, что Макс с папой проходят там инструктаж. Нас только что спросили, are you ready to fly? Yes. Yes, ready. Yes, we are. Инструктаж прошли, пошли одеваться. Максим. Максим. My last day. Вот твой костюм. My last day. Папа заканчивает одевать Макса. И Макса мы отправим к птицам. Майя готова, еще надо шлем, очки. Выбираете очки? Сейчас нам скажут. Wait. В ушки дядя... сейчас тебе дядя... Ага, бери уши, ну, дядя бери уши. Заткнет. Не бойся, это так надо, чтобы в ушки не было больно. Это так надо. Ты ничего, наверное, не слышишь, да? Привет! Плохо слышишь. Привет! О, очки. Твой любимый желтый цвет. Отечи, моднючий. О, да. Все, космонавт готов. Где там НАСА? Можно запускать. Пошли. А руки? Руки надо достать. Макс сейчас будет летать. Так, первый летун зашел, второй летун зашел. Не терпится ему зайти, уже готов. Вот это да. Я честно думал, что Макс испугается. Но... Он смелый, реально он крутой пацан. Ему только завтра исполнится 5 лет, а уже и летает сам. Да, я его специально подвел сюда, говорю, что Макс, может, будешь, не будешь? Он говорит, конечно, буду. Он... Да, не вопрос. Макс что-то говорит. Это, наверное, говорит, первый, я первый. Я слышу, как начало там дуть, Макса пригласили. Это клево, это вообще бомба. То, куда Макс идет, это просто бомба. Вау, Макс полетел уже! Ну чё, не? Наш Макс говорит, что ему там сильно закладывают уши. Мы отправили папу вместо Макса летать в iFly Dubai. Наш папа летит, летит в воздухе. Сейчас выше и выше подлетит. Класс! Парим в облаках, в высоте. Классно! Летим, летим! Так фантастика. Где бы мы еще полетали? А действительно тяжело бы было Макса одному это делать. Макс, ну что, почему ты вышел? Скажи, сыночек. Там очень сильно дует в лицо. Да, тебе из-за этого не понравилось? Да. Понятно. Но зато наш папа хоть полетает, как маленький. Все. Макс, точно. Ой, как высоко полетели. Смотри, Макс. Видишь, как высоко наш папа полетел. В облаках. Интересно, ему там страшно? Наш Макс. Наш Макс, точно. Смотри. Вау, класс. Это классно. Супер. Это класс. Дядя сам инструктор. Смотрите, что творит. Полетел, полетел, покувыркался. Вау, как классно, высоко подняли. Ой, где-то там он. Ю! Класс. Это класс, конечно. Смотри, как дядя низ головой висит. Это
молодец, конечно. А вот интересно, дядя в шлеме, а вам не дали шлем. Может, из-за этого тебе так сильно дуло в лицо? Это красота. Ну что, космонавт? Это круто. Это класс. Круто. Да, это класс. Смотри. Давай пять. Опача. Опа. Папа выполнил миссию Макса. Давай пять. Макс сказал, что он вырастет и тоже полетит. А там круто, действительно. Максу тоже понравилось, как кто-то сделал это. И я думаю, что в будущем обязательно он попробует это сделать сам. Ну, там действительно очень непривычно и необычно. Я Макса понимаю, там очень дует сильно. Я понимаю. Ну что, пошли? Там няма-няма миньонов, целая куча, да. Играешь, ловишь миньонов, получаешь игрушку в подарок. Огроменную. Они очень огромные, правда? Мы на обратном пути зашли в магазин, который увидели по дороге в Fly Dubai, и накупили кучу сюрпризов. Там и Toy Pixar, и София есть. И трешпеки. И трешпеки необычные, то, что Макс любит, конечно же. Uh-huh. И на шарика... И на шарика нам дали такие пластиковые карточки, сказали, что можно покататься бесплатно на аттракционах в Magic Planet. Это вот там. Ты, Макс, смотри на выходе, какой Star Wars есть. Это, наверное, Дарт Вейдер, какой-то еще Дарт Вейдер, да. И еще какой-то белый Дарт Вейдер. Ой, Катя, не тяни его за шляпу, а то он упадет. Последний детский магазин на нашем пути. Смотрим, что мы здесь можем прикупить. И идем кушать. Это ж тут был большой динозавр добрый. Купили да, его уже. Купили. Остались только дружки и вот эти. Точно. А этот, который, ты говорил, кусает до мяса, да, Макс? Да. С языком таким. О, смотри. Губа. Он еще что-то говорит. Ага, прикольно. Пойдемте дальше. Мы зашли в итальянский ресторанчик здесь, в моле, и нам перенесли закуску от повара. Вот такой вот хлебушек разный и с каким-то перченым, я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, наполнением. Ну как, Макс, вкусный хлебушек? Макс проголодался, пока ходил по магазинам. Оно вкусное. Это оливки, как будто бы молотые оливки. Классно. Оно кислое? Оно соленое? Вкусное. Оно оливковое. А ну давай, так, держи. Хочу увидеть реакцию. Оно вкусное. Осторожно. Ну как? Прикольно? Голубично. Голубично? Горячо. Что это вам принесли уже? Макарошки. Макарошки с каким-то кремовым соусом. Дую. А это ризотто. Я думал, ризотто более рассыпчатое. Оно какое-то такое. Там, а суп. Там креветки должны быть. А ну, вот они. О, есть, да, действительно. Ну что ж, мы покушали вкусно и пришли покататься еще и на аттракционов. Смотрите, какие тут эти пчелки летают, Макс. На пчелках не хочешь прокататься? Ты где тут? Ты уже в трансформерах? Ты стреляешь по каким-то гадам? О, по Оптимусу Прайму ты стреляешь? Круто! Такой здоровенный аттракцион Бамблби. Идем выбирать, где будем кататься. Будешь стрелять по монстрам? Короче, наши дети не нашли тут ничего интересного, где кататься. Только стрелялки Бамблби, да, Макс? Я предлагаю заканчивать наконец-то с магазинами и ехать встречать паровозик со сладостями. Говорят, что возможно сегодня будет салют в 9 часов. Да, и второй раз уже вот у нас есть возможность посмотреть на салют. Макс, идем паровозик встречать со сладостями? Нет. Нет? Доиграем потом. А, ну хорошо, давай доигрывай и пойдем. Поедем на поезд, да? О, уже доиграл? Окей, побежали. Такси ждут нас. Такси ждут, куча покупок. Я не знаю, как мы все это должны в чемоданы паковать, но покупали много всего. Что там есть, Макс? Что, у нас новая черепаха? Да. Прикинь, это у нас уже что, целая коллекция черепах? Да. Макс поспешил и сразу же вот нашел черепаху. А шоколадка? А шоколадки нет, получается? Сегодня забыли про шоколадку. Ну ничего, нам обещали... Да, три дали, сегодня ни одной. Нам обещали, что приедет сейчас паровозик, и нам он даст что-то вкусное. Так, ну что, где там наша коллекция черепах? О, у нас уже две внизу новых и две вверху. Четыре уже пластмассовых черепашки резиновых. И четыре мягких уже у нас есть, да, Кармакс? Да. Круто.
Ну все, идем ждать Томаса. Кто-то нам стучал. Открывай. Кто там стучал? Томас the train. Видите, какая красота? Сладостей куча. Так, что мы выбираем? Что сегодня берем? Кит-каты, как всегда, да? Вон тетя дает вам пакеты. Гамми-бер. Ага, ты уже даже знаешь, молодец. Ты тоже хочешь гамми-бер? Еще немножко, и здесь начнут вообще по-английски говорить. Ух ты, Макс, тебе целый пакован, смотри, надавали всего. Ты еще целую торбу чупа-чупсов набрал? Ну ты не скромный совсем, Макс. Да. Вот это бомба, это клево, да? Спасибо большое. Завтра приедет еще дядя. С чего начинаем пробовать? Маршмеллоу. Ну, Томас, конечно, это находка для Томас детей. Томас, это круто, да. Давай тебе тоже открою этого червяка здоровенного. Держи. Ну все, едим сладости, идем на фаерворкс. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ну давай. Здесь есть, ой, гамми-бер. Чупсов Макс Берс набрал, конечно, не по-скромному. А дядя сам, кстати, видел. Дядя сам ему такой пучочек сложил, дал. Ну что, готовы салют встречать? Да! Уже с минуты на минуты, вот должен уже начинаться. Давайте на фоне роллс-ройса смотрим салют. Что-то начинается, какое-то лазерное шоу сначала я вижу. Может, детей на роллс-ройс поставить? Ты да. Мама пошутила. Сколько можно ждать? Ай-яй-яй! Сколько можно ждать? Первые вспышки! Идем на дорогу! Побежали, побежали, ближе! Крутяк, Макс! Это с корабля! Там в море стоит корабль в водичке, и с корабля пускают салют. Тебе нравится? Летит на нас! Не, на нас не долетит, не переживай. Ого, да? Да, это частный салют. У кого-то свадьба, и в честь свадьбы заказали салют. Это салют, это круче, чем бенгальские огни. Круто, Макс? Да. Отлично. Стоп! Лайк. Подписывайся на канал мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока. А мы смотрим на салют. Класс! Красиво было, да, Макс? Да.